По меньшей мере 5 сотрудников иорданской разведки погибли в результате вооруженного нападения неподалеку от столицы страны города Амман. Среди убитых 3 офицера. Неизвестные обстреляли офис спецслужб, расположенный на территории лагеря для беженцев. Двое нападавших уже задержаны. Власти назвали произошедшее терактом. Кто стоит за ним, пока не ясно. Операция по поиску остальных участников нападения продолжается.